Клоуны играют с огнем, попугаи катаются на велосипеде, а тигры перепрыгивают через огненное кольцо. В эти выходные в краевой центр приехал цирковой аттракцион. На первом представлении главными героями арены стали 11 тигров с острова Суматра. Леонид Нечепуренко расскажет, на что же оказались способны опасные хищники. Цирковую программу открывают на высоте. Снизу вверх зрители наблюдают за мастерством и бесстрашием воздушных гимнастов. На высоту почти 17 метров поднимаются Наталья Зайцева и Еремек Карипов. Еремеку под куполом цирка спокойно и естественно, сказались годы тренировок. А вот выступления на публике всегда заставляют волноваться, признается артист. Как примут, как оценят, переживания накануне премьеры особенно сильные. Ну, это, скорее всего, когда примеры переживания, а страх, как боязнь высоты, уже давно отсутствует. В Ставрополе мы работаем уже третий, наверное, четвертый раз, поэтому зрители здесь всегда хорошие. Чем больше будет зрителя, тем будет лучше, как бы, представление. Это всегда так. Увидеть премьеру пришли почти 1500 ставропольцев. Сразу после воздушных гимнастов внимание зрителей на себя переключили японские шпицы, ловкие наездники из высшей школы верховой езды, жонглер, эквилибрист и попугаи. Птицы показали себя и в ораторском мастерстве, и в спорте. Программа уникальна с тем, что собраны разнообразные трюки артистов. То есть первое отделение открывают профессиональные артисты, то есть акробаты, гимнасты, жонглеры, эквилибристы, японские шпицы, великолепные красивые собаки, лошади, попугаи говорящие. То есть очень представление яркое, легкое, клоуны очень современные, с нотками юмора современного. Это немножко можно вспомнить детство, посмеяться. Клоунский дуэт «Стелла» и «Арто» открывают каждый номер. Зрители они развлекают с помощью мечей, воды и даже огня. Уже контракту равнодушных среди публики не осталось. Мне понравилось все. Очень хорошо. Все-все понравилось. Нельзя выделить ни одного. Все-все очень хорошие номера. Вот впервые сейчас обсуждаем и говорим о том, что редко бывает, когда все номера нравятся. Прям все. Попугаи понравились очень сильно. Вызвали эмоции много. Акробатика вот эта вот. Когда в небе летали, мне понравилось вот это. Ну и еще мне тигры, я думаю, понравятся. Главные герои шоу «Королевские тигры с острова Суматра» не заставили себя долго ждать. Вот они, все 11 хищников в одной клетке вместе с дрессировщиком, народным артистом России Николаем Павленко. Этих тигров от других цирковых отличает дикий нрав. Они считаются самым агрессивным подвидом, гораздо опаснее бенгальских или амурских. Несмотря на то, что рождаются четвероногие артисты в неволе, их никак нельзя назвать ручными, утверждает дрессировщик. У меня всех тигров воспитала матери, потому что это несколько поколений, ну и до этого, которые были все. У меня нет ни одного тигра, которого можно было погладить, которому уже было близко подойти. Все это дрессура. Кстати, два хищника подрались друг с другом прямо накануне премьеры, так что одного из них на сцену не пустили. И тигриная труппа выступала в слегка неполном составе. С замиранием сердца зрители смотрели, как хищники катают большой шар, перескакивают друг через друга и прыгают в огненное кольцо. Перед представлением в Ставрополе у хищников была всего одна репетиция. Постоянные тренировки, говорит дрессировщик, им ни к чему. Теперь на манеж они будут выходить только во время выступлений. Завершат свои гастроли артисты аттракциона 9 июля. Леонид Нечепуренко, Анастасия Зубрицкая, Владимир Ходырев, Ставропольское телевидение.